Разговор с барыгой о поэзии. Есть много слов несказанных и прочее. Мои стихи давно уж не становятся короче, и мата меньше, чем тогда. Зато я знаю, как звезда втыкается и падает в Неву. Из-за того, чего я не пойму, но смею в рифму поместить, что стало проще и спокойней. Простите, а на что собрались жить? Такое публику не беспокоит. Здесь нужен правильный подход. Вам следует стихи набить любовью по самый шиворот. И если вы не идиот, насилие, порнухи, больше мата. Вот что читателю сейчас надо. Эй, стоп! Но я все рассказал уже давно. Я эту тему, как современный Марциал, я превратил в систему стиль. Пойми, я это проходил. Жил, как собака или кошка, что, в общем-то, одно и то же. Плевал в литературу жарким матом, бледей, как Богоматерь, возносил. Я мой народ позорил стадом и буквы точно плетью бил советским монотонным ямбом, где мат служил мне запятой. Вот что читателю сейчас надо. Им надоел их голубой, жеманный женский полосковский стих. Им грязи дай. Эй, стоп! Но я для них не написал ни строчки. И для чего мне начинать? Мне буквоеды не нужны. Постойте, но вы мне должны. Поэт бьет книгопродавца в лицо и забирает рукопись.